Плачу ты, Изиклач! Ну нет, не вздумай этого делать! Кинодрочер, блядь! Ага. Ага, ловушка. Да чё? Там настоящий Dragon Lore был, а я до этого только в мувиках видел. Пацаны, пацаны, там ебакса, перчатки офигенные. Все, я больше так не могу. Я хочу нож и крутые скины, как у него. Следующая сцена слишком длинная и содержит элементы насилия над баней, поэтому я ее вырезал. Уважаемый Гип, а можно мне немножечко ключей в долг? No money, no funny. Эй, чувак, чё какой грустный? Всё в порядке? Я потратил все деньги на открытие кейсов, и мне ничего не выпало. Один ширпотреб и ни одного ножа. Пшу, в бане не грусти, я сам через это проходил. Дофигища бабла в помойку улетела, и так же, как ты, купался в море ширпотреба. Так бы и продолжал это делать, если бы не узнал про трейдерский сайт ks.money, где ты можешь менять свои скины на более привлекательные. Я могу там себе нож затрейдить. Можешь, здесь огромная коллекция скинов, наклеек и ключей, но перед тем, как начать обмениваться, нужно залогиниться через Steam и вставить свою ссылку на обмен. После того, как все сделаешь, твой инвентарь будет слева, ну и конечно, ты можешь весь свой ширпотреб обменять на ножик прямо сейчас. Божечки, как много дешевого говна. Так, обновляем, засовываем его сюда и на получившуюся сумму выбираем из списка нож. Стоп, вот этот хочу. Окейушки. Также здесь можно заранее узнать степень изношенности скина. Смотрите его прямо в игре, нажав инспект. Выбираем его и нажимаем обмен. Вот один из ботов кинул нам трейдик. Здравствуйте, нарисованные ублюдки. Я бот от ks.money. Принес вам ножик в обмен на ваш шерп. Давайте быстрее подтверждайте обмен через мобильный аутентификатор и забирайте свой нож. А то беспощадный аниматор почему-то нарисовал его воткнутым в мою голову, и она сильно болит. Обмен подтвержден. Ай. Осторожней. Ай, блять, как же тяжело. Ну, я пошел. А то там один хер хочет Dragon Lore на ключи обменять. Еще тут удобно все сортировать. Можно выбрать нужную нам коллекцию или оставить только нужный вид оружия. Также можем уменьшить без того маленькую комиссию с сайта, дописав ks.money себе в ник. Короче говоря, я и тот, кто меня нарисовал, пользуемся этим сайтом постоянно. Кстати, если ты играешь в Dota, у них есть аналогичные сайты для нее. Называется Dota.money. Там такой же метод работы. Трейдер, блять! Спасибо за просмотр, ну и собственно этот ножик разыгрывается в моей группе ВКонтакте, переходите по ссылке в описании к ролику и участвуйте, всем удачи!